Мастер-классы, показ мультфильмов, творческие лекции. И все для того, чтобы подчерпнуть вдохновение. Организовать праздник в честь Дня анимации для участников художественной школы смогли по проекту «Мультисимбирск». Его здесь осваивают с прошлого года. В течение этого времени грантовая поддержка нам позволила приобрести оборудование для создания мультстудии, оборудование для просмотра, для показа мультфильмов, мебель, ну и материал для создания мультфильмов. С мультстудией пока что работают ребятишки постарше. Сейчас готовят интерпретации смешариков и ежиков в тумане. Он, к слову, покорил самых юных учеников. Пока девочки восхищаются загадочной атмосферой, мальчики готовят свои идеи для новых постановок. Вот это вот снежная поделка, потому что там поинтересней, побольше пуха. И поинтереснее персонажи. Некоторые сделаны из нитей, а некоторые из разного пластилина. Я вот взял бы машинку одну и сделал бы целый мумий. Сразу после проработки идеи начинается творческий процесс. Перенести сказку с мыслей на бумагу – первая ступень создания анимации. Сразу после – изготовления персонажей, работы с декорациями. Уже в финале можно переходить к мультстудии. К ней подключены веб-камеры и компьютеры. С помощью покадровой съемки появляется новая история. Как только будет наложена звуковая дорожка и завершен монтаж, мультфильм можно считать готовым. Александра Никитина, Сергей Кудаков. Управда ТВ.